Причиной посадки на дорогу легкомоторного самолета рядом с Сосногорским поселком Керки явилась неисправность двигателя. К такому заключению спустя полтора месяца после инцидента пришла транспортная прокуратура. При этом в ходе проверки выяснился отягощающий момент. Пилот, оказывается, не имел договора страхования ответственности перед третьими лицами, а это уже административное правонарушение и штраф 1000 рублей.